Приветствую вас, геймеры, меня зовут Дмитрий, продолжаем играть в Японию 4 за Речь Посполитую, пытаемся выполнить ачивочку на захват мира. Так, сегодня у нас в программе будет много чего очень интересного. Главное только все это успеть. Так, хочу сказать, что прошло совсем немного времени, я просто, да, осаждал всю эту ересь, парочку претензий сделал на некоторые государства, теперь мы полностью готовы. Сейчас тут мы участвуем в побочной войне, но я тут фактически ничего не делаю. Просто я типа дядька императора, а Клеви меня попросил, чтобы я помог Суни с Брабантом. Вот. То есть фактически тут кроме моих вассалов и союзников Клеви и самого Клеви никто в войне участие то и не принимает. Вот. Так, хочется сказать отдельно, что мы много времени посвятим вот этим вот воевашкам здесь. Кто-то меня попросил начать США мочить, ну, получите, распишитесь, можно сказать. Ну, потому что америкосы, они тут только с Ганзой в союзе, Ганзу положить будет несложно. Вот, надо бы у Ганзы, конечно, попробовать еще отжать неимперские территории, если повезет. Так, и еще кое-что. США жаждет моих провинций, видали? Ну, я жаждалка еще не выросла, уже жаждал. Вот. Но первая война, которую мы сегодня объявим, будет бразильской. У меня появилась наконец-то автономия. Вот так и называется, польская Бразилия. Вот. Мы ее сейчас и будем раскармливать. Так, плюс у меня дядька колонист поехал туда открывать этих всяких чукчи и так далее, чтобы быстренько их покорить. Вот. Также сегодня попробуем напасть на мин на Дели. Я надеюсь, что войск у нас хватит, чтобы сделать, чтобы выиграть все войны, которые мы запланировали. Вот. Плюс, возможно, хотя почему возможно? Я думаю, точно, надо только эту войну закончить, и мы нападем на Испанию. Французской армии и армии, которая здесь сидит, вполне хватит, чтобы испанцев добить тут. Плюс у нас еще здесь есть некоторые войска, так что все нормально будет. Плюс еще можно будет с Монмотапой потягаться, но думаю, это, наверное, все-таки в следующем эпизоде уже будет. Вот. Ладно, все, болтологию заканчиваем. Приступаем к делу. На бразилов нападаем сразу, у них никого в друзьях нету, так что жопу надрать им легко. Великой Республики Бразилия. Так, надо еще, кстати, содержание флота пока понизить, если у нас такая возможность есть. Потому что с денежками у нас какая-то печалька сейчас. Или знаешь как, давай военный налог введем лучше. О, так больше наваримся. Я просто зданий построил немножко, чтобы больше рекордов шло. Вот. Такие вот делихи. Так, значит, двигаем туда. Параллельно, наверное, через месяцок начнем войну с Мином. С Мином будет изи-бризи, он один. О, он еще с Бенгалией воюет. А за что? Бенгальское завоевание, в принципе, так. А, он с Мином. Так. А, так даже? Нет, давайте тогда сначала нападем на Дели. Удобнее будет напасть на Дели. Дели в союзе он с кем? С Бенгалией и с Бахманями. Ну, все то же самое. Так что нормас все будет. Сейчас у нас войск достаточно много, есть рекруты, так что все будет зашибато. Только надо посмотреть. Так, вот этих парней надо поделить пока, чтобы не истощались. Так, здесь у нас тоже отряды поделим немного. Не, со шведами подошу к концу. Потеря прав на Петербург, наверное, да? Давайте-ка обратно сделаем эти права. Они нам могут пригодиться. Так, Петербург. А, да, мы еще повоюем вот здесь сейчас. Я думаю, наверное, сейчас с ними повоюем. С Ригой и с Ливонами. Это изи должно быть совсем. Конго угрожает нашей торговле. У Ливонов, правда, большая крепость. Тысяч на 8.
Зато у Риги она, ну, совсем маленькая. Рига в союзе чисто с Ливонами. Нападаю, Ливонов можно не щелкать, думаю, что обе ПВ нормально можно будет. А может и не нормально. Вот только посмотрите. Хотя 88, тут 62. Да не скажу, наверное, что так. Нравится печально. Но если Ливонов не добьем, ничего страшного. Как-нибудь в другой раз точно это сделаем. Нападаем. Просто у Ливонов там друзьяшки есть. Достаточно лютые. Так. Сюда надо бы пока какого-нибудь генерала перебросить. Вот это он по мне. Так, ну все, победа тут наша. Сюда надо будет второго командующего нанять. Леонов положим. Так, 1100 и минус 77%. Наверное, у Риги там на консервации крепость была. Кеннебек под контролем новой Фрисландии. А, это они там. Еще Фрисландию суд подключить. Да пофиг на них вообще. Тут у нас еще 950 человек. Бразилы развалятся легко. У них тут только одна большая крепость, к которой надо будет подплыть. Вот. Так, ну чё, тут надо бы, наверное, еще людей подбросить. Как у нас с беспорядками дела? Бурнусские, сибирские, финские, да? А, еще я кое-что не национализировал, надо это сделать. Вот. Бурнусские, сибирские, финские. Давай вот так, вот этих ребят сюда перебрасываем. А вот эти вот 22 тысячи в Финляндию. И поблизости. Так, а вот здесь еще 30-ку сюда. Вдобавок. Чтобы быстренько их осадить всех. Кривлец вы с ней бери. Так, давай. Дальше. Что-нибудь Рейкьявик вон. Какую-нибудь выстрелю веру. Так, Бразилия. Бранденбург. У Бранденбурга, что мы могли бы взять? Интересно узнать. А, ну только бандебошские территории. Не, это так неинтересно даже. Так, а лидер войны Клеви, да? Угу, понятно. Просто раньше в каких-то старых версиях можно было взять лидерство в войне. Ну ладно. Так, значит, испанцы, они будут у нас покорены немножечко позже. США в союзе с Ганзой, говорите, да? Подождут немного. Нападем, получается, мы на Дели, да? Тут генералы нужны будут. Нужно будет много генералов здесь. Хотя бы здесь парочка и здесь парочка. Потому что Бахмания и Дели, они вестернизировались. А нет, Бенгалия и Дели вестернизировались, Бахмания нет. Вот так как-то. Так, тут можно, кстати, форста убрать. Нифига он нам. Все. В общем, ждем. Пока Мин воюет с Бенгалией, лучше тут на Мин не нападать. Клеви заключил меня с Фрисландией. Эпидемия. Что там у нас? А, о, нормально будет. Помощь гуманитарная для них. Так, бонусские сепаратисты, это у нас вот здесь. Ну, нормально. Я просто смотрю. А, еще сибирские есть. Вот в Сибири у нас есть кто-то? Ой, целая 1000 человек. Видали? Так, давай сюда 30-ку бросим. Сибиряки в Челябинске могут восстановить? Нет. Нет, там башкиры живут. Сибиряки, они там, где крепостей не будет. Понял. Башкир, это башкири уже. Все ясно. Так, ну что, ну давай на Дели нападать, наверное.
посмотрим сейчас еще раз по летописи войска. Так, у нас максимальное влияние на папку. Надо кое-что тут глянуть. Пойдешь в зависимость Биландинова. Так, давай сделаем следующее. Сейчас тут я сделал небольшую глупость. Если расширение. Кому не понравится, интересно. 32 державы. От 1 до 17 пунктов. Пропаганда, престиж, технология. Просто если мы нападем сейчас на Гаити без Каусуса, да, будет агрессивное расширение начальное. Но при этом он сейчас очень уязвим, и можно очень неплохо поживить с этим самым Гаити. Французская Мексика. Хотя нет, наверное, пока еще не время. Да, подождем с Гаити. Попозже на них пойдем. Так, тогда давай на рекрутов. Тут что-нибудь щелкнем. Так, ну и продолжаем. На Дели нападаем. Летопись, да? Летопись. Дели, Бахмания и кто-то там еще. Бенгалия, да? Бахмания 69 тысяч, Бенгалия 60 тысяч, Дели, наверное, 90 где-то, да? 81. Ну, с рекрутами у них проблемы имеются, поэтому я думаю, что если вот здесь и вот здесь войска накидать, я думаю, будет очень здорово тут. Конечно, было бы удобнее напасть чисто на Бахмань. Так, завоевание. Наша миссия будет провинция Серхинд. Бенгалия. Ты у нас с кем дружишь? Малакка, Дели, Мало. Нет, тогда никого дополнительно не щелкаем, просто нападаем на Дели. Так, вот это вот. Ручка. Ту-ду. Так. Нам нужны генералы. Много генералов. Как обычно. Так. Сюда двух, я говорил, да? И сюда двух. Ой, посмотрите, у Дели тут прова есть, где консервация. Даже две провы есть. Вот это отлично. Так. И здесь два генерала. Пригодятся нам. Опять у нас будет минус 4 военачка на некоторое время. Но это понятно, почему так надо. Так, давай. Давай-ка, наверное, вот так будем делать. Будем по одной крепости брать. Потому что их 7500 уже. Гарнизоны пошли, это... Это напрягать начинает. Так, тут на форс и быстренько в эту прову надо залезть. Так, сюда еще и генерала перекинем вот отсюда. Наверное, Янка, Зеницын, Дунин, вот его сюда. Так, и вот этих сюда на всякий пожарный, этих в Чебусираес. Так, вот эти 60 тысяч будут в случае чего патрулировать столичку Бахмань этих бенгальцев. Вот. Такие дела. Так, тут у нас... О, тут у нас вообще дофига народу. Давай-ка, наверное, так. А хотя нет, наверное, так. Вот эту вот 30-ку сюда надо будет бросить на Испанию. Это немножечко позже сейчас вот эта война закончится. И разберемся. Так, тут 7 уже процентов. Столичка напрягается. Ладно, обращаем наш взор на Дели. Преимущественно на Дели. Так, тут я всем команды дал? Нет, не всем. Нифига не всем. Вот вы сюда, господа, отправляетесь. Так, вы... А вы здесь страхуете. Так и вы здесь страхуете, рядышком. Потому что Дели жопу нам надерет сейчас. Гарнизон 525, но это нормально будет. Так,
А вот Бенгали, Гауда. 8 тысяч, твою мать. Ненавижу эти крепости. Вот конец игры. Но больше всего меня бесит то, что у них... Поиграли... Ой, мы еще в Аталию поиграли. Так, слушай, это... Это у нас нехорошо. Италия. Так, а у нас все, дальше там все неконсервированные. Ну, в Латали 2000 я херней с крепостями не маюсь. Ладно, давайте доведем дело до конца наше тогда. И потом уже договариваться будем. Отжимать, возможно, эту крепость. Так, Бразилия проигрывает, он 5000 сюда на осаду бросим. Тут, я думаю, можно спокойно пройти через неколониальные территории. Что тут плавать? Быстрее дойти будет. Так, бурнусские сепаратисты у нас еще. В этом районе обитают. Надо навалять им. Тут у нас 69 тысяч уже. Сождают 35%. Так, тут пока все нормально. Происшествий нет. В случае чего, вон еще целая куча войск. Наверное, давай-ка вот так. Вот эти вот... Вот эту вот часть мы сюда перебросим. Потому что... Сами помните, что было в прошлый раз, когда мы с этими типами сражались. Сражение за Лагон. Выиграли. Тут у нас Бону, да? Так, а тут тогда не пойдем никуда уже. Бразилы уже свой мир предлагают. Тут им нафиг никому не нужен. Так, тут у нас 14, тут тоже у нас 14. А вон еще 26 косарей же сейчас пройдут рядышком. И жопу надерут им. Всем бурнские сепаратисты все-таки взяли конем. Чебусираец под контролем речи. Так, смотрите, вон в Бахмане ходят рядышком. Вот с Бахманями можно и беляк заключать пока. Они нам вообще ни в каком виде не нужны. Квена, Вусневерия. Давай Финма. Фига себе, 7%. Сейчас, давай-ка тут штурманем, наверное, знатно. Вот, выиграли. Идем Леонов косить. Шведов претензия снова появилась. Мы профукали какую-то осаду. Черт. Ну ничего, там 100 человек буквально. Ща отобьем. В порядок бы. Так, он 26 косарей. Сюда скинул. Давай-ка тут корпусочек отделим. Пойдем дальше. Все. Ох ты, Бахмань пошли. Слушай, надо форс включить тут. Тут штурмовать нельзя пока. Твою мать, сейчас победят нас. Блин. С этой гаудой ебучей еще поднимаем. Ладно. Шоколадно. Сейчас еще подкрепление придет сюда. Им не поздоровится. Так и знал, что они с этой стороны пойдут нам жизнь портить. А, мы, кстати, же провинцию-то тут взяли уже. Чё тупим? Давай рядышком подойдем. Вот и все. Бразилия. Как уж дела. Так, ну Бразилия уже все. Фактически. Тут крепость последнюю взять. Они отвалятся и полностью войдут в наш состав. Так, Ливоны сейчас профукивают все полимеры свои. Добиваем у них там проволочку. Клеви исключил мир с Бранденбургом. Знаете, что это означает? Это означает, что мы сейчас Испанию будем прессовать. Союз, Португалия. Португалия с кем союз? Только Испания. Вот отлично. Объявить войну и щелкать Португалию.
Метод будет, наверное, знаете какой? Колониализм. Так, колониализм это у нас Финн, это что такое? Это здесь? О, да, колониализм. Вот колониализм у нас и будет тогда. Извините, и Финн. Тут будет 25 грехосмешений, и стоимость будет дешевле. Поговорочек. Все соседние колонии. А это, кстати, колонии это по сути и есть. Так что Испания, я тебе поздравляю. Так я на Португалию-то щелкнул хоть, надеюсь. Забыл просто про нее. Так. Ладно. Значит. Сюда нам надо будет дядьку генерала из Ливонии выписать. Сейчас. Как его зовут только, чтобы я ошибочно какого-то другого не переназначил. Апатский Максим. Максим Апатский будет командующим здесь. В Руссельоне вообще 2000 гарнизон. Офига себе. Прикольная такая моделька у поляков. В плане кавалерии. Я думаю, вот этих войск, которые тут, должно хватить с головой. Так, здесь у нас 30-ка. Они идут осаждать Талемсен 4000-ый. Так, и тут у нас еще Танжер есть 4000-ый. Тоже его надо осадить. Вот эти войска пойдут туда. Все это мы вернем марокканцам. Себе возьмем, может быть, что-то и возьмем. Посмотрим. Сейчас надо будет очень много войн проводить. Во-первых, мы это можем. Во-вторых, без этого мы действительно не успеем, как прокомментировал Бешеный Кот предыдущий эпизод. Да. Время поджимает, конечно, еще 120 лет с лишним. Но скажу я вам, что шанс того, что мы выполним ВК, где-то примерно 90%. Вот. Все будет зависеть от того, как продвинутся Испания и Британия. Да, и как мы быстро сможем объединить цари. Для этого нам надо будет подождать сейчас, когда депрепутация вернется. Вот. Потом потихонечку наладим отношения с теми, кто меня вообще люто бешено ненавидит. И потом тогда все нормализуется у нас. Можно будет провести реформы несколько штук. Так, подожди, холм-то надо вынести. Так, и не спать. Не спать, не спать. Потому что эти ублюдки сейчас сюда куда-нибудь полезут. Будет очень здорово нам. Так, кстати, генеральский отряд 18 000 мы оставим вот здесь. Сюда лучше 22 000, пожалуйста. Так, тут вот сейчас господа товарищи подойдут. У этих занижена мораль. Так вот сюда, наверное, в Бутан. И вас тоже в Бутан. Так, и вас вот сюда. Большое сражение сейчас дадим вам. Сражение за холм. Разгромили ливонов. Все, получается, так тут штурмануть можно, 95 человек. Дело 2 секунд. Так, вот этих господ мы, наверное, туда перебросим. На позишн. Так, ну и... А, моси еще есть, да? Ну, с мосями мы... А, с мосями мы никак не сможем ничего сделать, потому что... Нас не пускает Мали, и нас еще кто-то не пускает. Ну ладно. А, кстати, мы можем попросить проход войску Бенина. Потому что тут, видите, еще крепости испанские имеются, да? Нет? Да нет, вроде нету. Ну просто правы у них там есть. Давай, попросим прохода. И погнали. Так. Здесь у нас, значит, как дела. Ну, ребятки сейчас подойдут. Пора, ибо под контролем речи. Это у нас фигня пока всякая. Тут минус 77%. Долго будем осаждать восточные миссии. Но это будет того стоить. Так, вот.
Испанцы пока ничего не замышляют. Французы подходят. Все просто отлично. Так, кстати, давайте-ка наметим, что мы сможем взять у Испании. А, дипломаты нужны. Наметим потом, что можно взять у Испании, потому что вот Испания, если с Дели и Бразилами и Ригой все понятно, то с Испанией у нас есть некоторые вопросы, что именно все-таки отжать-то у них стоит. Тут штурманем. Так. 2500 гарнизончик. Вот люблю гарнизончики такие сладенькие. На 2500. Давайте живо сюда. Нагаур под контролем речит. Так. Ну, Дели, в принципе, он такой, нормальный. Нормально осаждается. Наверное, он стоит в военных технологиях, поэтому защита крепости у них не очень высокого уровня. Испанцы. Сотка тысяч у них есть. Только непонятно, в каком месте у них эта сотка тысяч спрятана. А, есть шанс того, что тут вообще они вот здесь находятся. И это-то и плохо. Потому что есть вероятность того, что испанская лаплата тут нам жопу набьет. Знатно. 23 тысячи, 3 тысячи. 9. Ну да, есть, кстати, такая вероятность. Но надеюсь, что этого не произойдет. Вот. Потому что тогда мне придется из Африки кого-то забирать. Вот отсюда, когда мы захватим. Вот. Так, ну ладно, возвращаемся к нашим бахманям и прочей ереси. Давайте живее идите сюда. Какое-то сражение выиграли. Что-то там под контролем еще. Так, 35 счет. Тут к столичке у нас, в принципе, почти открытый можно. Ой, подожди. Да ёп! Твою мать. Ща. Вот сюда иди. И ты сюда. Блин, 70%. А, минус 35, все, хорошо. То я уж тут офигел копейку. Так. Ну все, вот так вот выделяем. Сейчас вот эти подойдут, которые к Бутану. Господа, выиграли. Осаду топаем вот сюда. И вот эти вот сюда добегут. Тут отряд пойдет гарнизон слабенький избегать. Междурически. Сражение за нижнее междуречье. Какая-то провинция под контролем речи. Так. Вбиваемся далее. А это кто такие? Куба. Интересно. Так. Вот. Да, кстати, надо бы на бриташку еще претензии сделать. В ближайших эпизодах надо бы начать ими заниматься. Потому что бриташка это идеальный кандидат на то, чтобы войти в состав САИ. Насколько я помню, водные границы тоже учитываются. То есть мы захватываем вот здесь, включаем в империю, здесь захватываем, включаем в империю. И вот это все включаем, получается. Аж до Исландии. То есть набить авторитета имперского можно море. Вот. Тут у нас пока минус 56%. Ребятки к Мозе уже почти подошли. И к Бахмане они подойдут. Но Бахмане они сильно отстают. По технологиям у них там технологическая группа, насколько я помню. Индийская все еще. Реки Айкусневеги. Сейчас мясо дойдет. Мы сможем спокойно тут все сделать. Так вот этих на флорс, чтобы побыстрее добрались. Истинная вера. Кого там можно отправить? Согн, Оланец. Ну давай. Тут уже без разницы, кого крестить-то, в принципе. Живее! Господи! Как черепахи ползут. Байя под контролем. Так. Ну все, жопу набили наконец-то. Междуречие взяли, теперь в Мандалу
Ой, там 7500. Нет, подожди, а тут сколько? Да и мне не торговлен здесь, вот тут 7500 тоже. 1200, 7500. Так, Дели не пойти. Давай сюда тогда. Путь к столице освободим. Немножко. Так, ну а здесь? Здесь тогда надо войска где-то напополам держать. Часть войск отправится в Гауду, а часть войск будет на подстраховке и в случае чего приглядывать вот за этими войсками. Как-то так. Как-то у нас Бразилы поживают. 56 пока минус. Сюда надо зайти. О! Здравствуйте, испанцы пришли. 101 тысяча. Это у матинцев. Так, ну давайте, возьмут они Херону и вот эту всю дичь. Тут у нас крепость на 2000, так что нормуль. С этими сколько еще? Минус 42%, да заебали уже, честно. Слово. Так. Дикое количество. Давай побольше людей брусим. Чем больше осаждает, тем лучше. У нас все будет. Так, Мози. Тут какой-то фигней страдает. Минус 42% здесь. Марокканский флот с французским и португальским замес тут устраивают. Тут, кстати, у португезов можно отжать территории у них. Три провинции заколонены. Имеются. Так, это у нас... А, это Британская Колумбия. Захваченная держава Великобритании. А, они за это, за свободу воюют уже, интересно. Колумбийская война за независимость. В союзе с Перу. Ой, это интересно. Если они отвалятся от Британии, это будет любопытно выглядеть. Надо будет на них нападать. Сразу. Так, вот здесь войска, которые тут сидят в резервах, возможно, их надо будет перебросить к Испании. Потому что не факт, что Франция пойдет нам помогать. Такая счастливая, довольная. Давай вот эти... Два полка бросим. Хрена, там 42 тысячи австрияков против Штирии выступило. А, там еще Вюртбург и Бавария. Какая-то дичь там происходит. Честно говоря. За Гауду сражение выиграли. Тут ратей несметных, в принципе, не видно, так что... Так что нормально так вот тянем. Фиксировочки надо убрать просто людей. 0% минус 27, минус 56. Тут сейчас еще добавится людей. Нормально. В общем. Либуван какой-то в сражении выиграли. Беды под контролем Испании. Ну ничего, сейчас с этими с мосями разберемся, потому что, ну, господи, я в эту Африку никого уже не хочу направлять. Добавок. 5%. Тут сейчас возьмут, тут минус 56 все еще. Сюда надо будет генерала перебросить какого-нибудь хорошего. Так, напоминаю, в следующем эпизоде, то есть перед следующим эпизодом я посмотрю, сколько пророчек у нас здесь, сколько реформ можно будет сделать и как у нас пойдет по репутации дела. Сколько там у нас осталось-то? Вечный мир, отмена выборов и привилегии. Надо вот три реформы провести. После этого будет, в принципе, изи. Тосканы, Неаполи нам уже вообще страшно не будет. Потому что у нас вассалов пол Европы будет. Вот. Так. Тут минус 20%. Ну, сейчас эти победят. Да, пойдем. Кстати, испанцы истощаются, так что... Можно сказать, что даже плюсы тут какие-то есть. От того, что все так интересно складывается. Вот так, тут, наверное, по двадцатке вот сюда. Скидываем. По 21% тут. Жермуабу под контролем. Так, ну все. Сюда генерал нужен. Какой только. Так, ну смотри. Здесь, блин, минус 35% все еще.
Здесь у нас ни одного нет. Здесь в Африке у нас тоже ни одного нет. Так, здесь есть несколько. Есть один, да, по-моему. Вот, давай, а вот этот отрядик. Сейчас осада выиграется, и мы генерала переназначим, пойдем там. Тут, в принципе, генералов даже больше, чем надо у нас. Джунхар, это не то немножечко. Сейчас мы в Дели не можем пройти, можем пройти вот сюда. Сюда и пройдем. Так. Надо будет у Бахмань хотя бы одну территорию взять. Это полезно будет нам. Рекорды убиваются, но не очень сильно. Это хорошо. Так, у марокканцев тимбуктийские сепаратисты бы станули. Надо будет помочь им. Так, ну тут крепости порвем, точно поможем этим с этими сепаратистами. А, тут сейчас можно и штурмануть. Что-то, ага, багинт. Блин, не получилось. Нахшибат под контролем речи. Так, да, все, тут взяли. Там один из генералов уйдет в Бразилию. Да и вообще там пригодятся, мы же еще с америкосами тут воевать будем. Не забываем про это. Так, давай, топайте. Марокко тут немножечко теряет в провинциях. Мози куда-то там убежали. Тут минус 21. Пород сушен конец. Там-то, собственно, мы от истощения теряем много народу. Так, а если... Нет, без генерала это совсем психовано будет. Тут у нас генерал есть один. Не могу с ней. В принципе, мяса у нас много тут. Если мы вот сюда вот бросим людей, большое количество, и ладно, под контролем речи. Ну-ка, сейчас Франция добежит, успеет. О, 200 тысяч. Далее. Так, надо Дели проверить, сколько, что там и как. И далее, вон, 79 тысяч делийцев. Ходит тут, фигней мается. Так. А тут у нас вообще командующего, что ли, нет? Ёшкин ты, кушкин. Так, надо тогда вот так объединить и пополам. Отряд сюда, отряд сюда. Это у нас будут, получается, личные резервы. Так, и здесь надо отойти. Потому что делиться что-то тут нехорошее хотят устроить. Злобурдан сражение выиграли. Тут сейчас с рекордами у нас некоторые напряги пойдут. Так, ну, между тем, можно идти уже в Бискайо. Так. Так. Ух ты, тут Бразилы есть, оказывается. Ой-ой! Слушай, тут Бразилы реально есть. Надо как-то их обойти. Джуга будет производить железо. Так, тут мы... А, Марокко уже сами свои проблемы решили. Ну тогда идем сюда, потом туда идем. Кто-то в Истинной Вере. Отправляемся в Триплиндак какой-то. А, тут у нас 4000 всего. Господи. Ой, боже мой. Давай тогда не будем особо фигней маяться. Так, тут десятку отведем. Так, казус на Британию. Дели 0%, 84 тысячи войск. Здесь у нас, вон, смотри, мало как осталось, 56. Тут защитников 1900. Я думаю, что сейчас здесь загасим, пойдем потом мочить их. Всех. Рассельон взяли. Можно
Нет, не можно пока. Ну, дядьку генерала можно, в принципе, убрать пока. Вот сюда перебросить ненадолго. Потому что резервы наши личные могут спокойно тут справиться. Как там зовут генерала-то? Апацки, по-моему. Вот этого. Да, Максим Апацки. Вот он еще с натиском. Хороший атакующий типаж, так что... Я думаю, тут без проблем будет. А нет, подожди, вот сюда. Соединиться надо. Сходить. Сперва. Давай под контроль. Так, тут никаких типов левых не ходит. Манда под контролем Испании. Ну, мы почти дошли тут. Сейчас жопой тут надерем. Национализация не мешает проводить, ублюдки. Так, 28%. Шикарно. Вот генерал пришел, и мы отлично тут все уже делаем. Ну-ка, а сколько по счету будет вот это все? Покажите мне. Просто может есть шанс того, что тут по счету вообще до хрена. Поэтому можно эту крепость не осаждать. 67, 72, 82, 88, 89. Тут хотя бы одну вот эту надо, 95. Вот так вот возьмем. Надо крепость осадить. И у Бразилов вот столько отвалится. Так, пока мы аннексиями вассалов промышлять не будем, мы быстренько техи вкачаем до империализма. Там потом легко все пойдет. Так, накатанный. Вот эти сейчас дойдут, подсобят. Мы выиграли Гауду и Центральное Междуречье, поэтому можем спокойно выдвигаться на Дели. О, слушай, очень удобно тут сейчас все стоит. Танжер взяли. Слушайте, мы крайне удобно походили тут. Сейчас очень интересная ситуация может быть. Так, будем сюда. С Мином тут помирились, нет? Нет еще. А жалко. Так, пробиваемся далее. Там у них по 7500 эти крепости, конечно. Приятного мало. Бенгалия. Пока еще высокая. Нужно воевать. Бенгалия индийская, кстати. По группе технологий она еще не вестернизировалась. Но даже на беляк пока не согласна. Это печально. Так. Эти сейчас подойдут, господа. Танжер взяли, значит, можно пойти тут саждать потихоньку. И да, с испанцами можно уже посмотреть, что мы примерно возьмем. Вот, смотри. Вот это мы отдаем марокканцам однозначно. Подожди. Сначала через пункт вернуть национальные провинции. Там. Вот так сделаем. Так. Танжер, Тафигальд, Титерн, Тугурт, Узрат, Хаха. Это 22 по счету будет. Так, вот это все получается чисто такое. Так, вот это уже не марокканские территории идут, да? Но мы их тоже забираем однозначно. И тоже отдадим марокканцам. Вот эти вот. Вы сами понимаете, они рядом с Марокко, поэтому вот так сделаем. Опа. Так, вот это я себе съем. Вот Татавин, Зуарту и Тубакт. Они не качанные, должны быть. Нормально. Еще 63, да? Так, в таком случае, знаете, что еще возьмем? Канары. Нет. Возьмем здесь немножко. Чего-то немножко тут пожуем. Выгоднее всего было бы взять Палермо. Вот если мы сможем взять Палермо, это будет вообще крутяк. Так. Вот. Ну, если Палермо не возьмем, то подожди, что мы еще можем? Можем вот здесь вот, смотри, начать хавать за Францию. Вот так вот, по линии, да? То есть один, здесь. Вот так вот. Вообще шикардос был бы. Да, наверное, вот так вот и договоримся с испанцами, с португальцами. Договоримся насчет того, что тут кое-что к нам переходит от вот этих территорий. И позабираем колонии португальские, если они тут что-то наколонили. Плюс
плюс что-то еще себе заберем вот из этого. А может и не заберем, может марокканцам не дадим. Посмотрим. Такие дела. О, наконец-то. Все, Бразилия готова. Сейчас. Бразилия не готова. Ну и сейчас мы сделаем тогда так, чтобы она была готова ко всему. Буржуазия, это будет повелить. Пачки, админочки, админочки. Манду выиграли. Сожжение за междуречье выиграли. Так, кто поймет. Сюда, да, все правильно. Вот эти войска отправляются к Бахманям. Тут мы... Ой, тут Бенгалия сейчас подойдет. Надо, надо вот эти войска отвезти. Вот этим войскам надо сюда вернуться. Потому что они тут нужнее будут. Сражение за... О, мы разгромили Бахмань. По сути. Так, вот эти... Эй, господа. Нет, мы не можем. Не можем пройти сюда. Бенгаль нас победит, походу. Военный налог надо снова собирать. Да, правильно. Вагон под контролем. Да господи, вы сколько тут идти еще будете? А, все, уж почти дошли. Так. Тут сражение коли выиграли. Отправляемся в Дели. Так, а... С Дели пока маленький счет, ну, потому что союзники в войне. Когда союзники из войны выйдут, там... Вообще крутецки все было. Так, 35 тысяч идут в столицу. 61 тысяча идет в соседнюю территорию крепости. Так, вот эти господа еще успеть могут сюда. Только подожди, выбери армию и вот так. О, даже без генерала загасим тут все. Кто-то в истинной вере, отправляемся в Волонец. Сколько там мы Ливонию еще будем саждать, а? 42%, да? Блин, конечно... Конечно, жестокие они, ребята. Арагон, кстати, крепость-то взяли. В Валенсии там 4000. Можно пойти в Валенсию. А нет, слушай, не можно. Есть у нас генерал какой-нибудь свободный, нет? Надо в Европу все-таки одного генерала на всякий случай нанять. Кстати, вот 45 тысяч подошло. А нет, сюда давай вот на эту крепость их перебросим. С Мином, наверное, тогда в следующем эпизоде повоевашкаем. Чувствую я, что у нас ничего не успеется просто, если мы... С Мином будем тут еще... Разборки есть. А, слушай, у меня же генерал есть. Чего упорываемся? Вот, на форс просто людей кидаем. И все, с испанцами мы отобьем. Отобьем испанскую атаку на Риоху. Да, давайте идите. Плюс еще французы подойдут. Думаю, нормально все. Ой! Проиграли. Господи, проиграли. Не уследил за бразилами. Еле Фляндию взяли, все. Ригу и Ливонов мы съедаем. А нет, не съедаем. Мы съедаем только Лифляндию и Ригу, собственно. Скорее всего. Да? Ну да, таки получается, слишком дорого вышло. Ну ладно, съедаем Лифляндию. Ливонов чисто. Сильно это людей не огорчит. Передача, через которую влияние, так вот, трепараться, пожалуйста. Вот так. Так, и Ригу мы съедаем полностью. Кстати, у меня задание было здесь как-то держава Рига, это мы... Его, по-моему, миллион лет выполняли. Наконец-то выполнили. Так, кстати, генерал тут у нас как раз был.
Так что теперь можно спокойно тут вздохнуть полной грудью и назначить генерала на Саксонию. Ой, на Саксонию. В испанских территориях. Рекорды будут восстанавливаться быстрее. Отлично. Какие задания? Получить голос Силезии. Так, получить голос Силезии. А, Силезия это вот эти. Я что-то перепутал с Саксонией. Извиняюсь. Получить голос Силезии будет проблематично. По отношениям к нам. Даже не смогут ничего добавить. Так. А что нам дадут? Депрепутацию дадут, слушай. А тут у нас что? Нет, Псковой области установить. Восстановить Святейший Престол? А, это, короче, по Псковой области восстановить нам. Не, нафиг нам. Так, а давайте попробуем голос Силезии получить все-таки. Может получится. Депрепа, потому что дополнительно это значит, что нам дадут святую возможность больше, чтобы больше князей не симпатию выражали. Тут он, видите, что-то как-то не очень они меня любят. Так. Ну, авторитет, во-первых, маленький, во-вторых, у нас тут есть, конечно, некоторые пока разногласия с ними. Ой, это кто? Туземцы? А, они колонят здесь. Вот оно что. Так, ну все, Бразилия, низкие пожелания воевать. Берем то, что хотели, и отваливаем от них. Ой, депочки еще платить надо. Или не надо, или надо. Не надо. Или надо. Надо. Потому что где-то, помните, мы там пытались отжать. Мы не сделали ничего, все нормально. Так, Куба. На Кубу появился казус. Тут мы сюда идем захватывать. А нет, сюда идем. А вот эти сюда идут. А, это крестьяне? Интересный флаг у крестьян. А почему это Речь Посполитая? А-а-а, колония идет. Ясно. Понятно. А на этих у нас почему нет претензий никаких? Ух! И далее сами с собой в союзе. Патигуары в союзе с патигуарами. У нас нет казус белли на примитивных дикарей. А, они западники, потому что. Вот, потому что. Ясно. Значит, надо будет подождать немного с ними. Ну, взяли. Там у нас как дела уже? А, все, подошли, да? Давайте пополам. Да, осаждаем, потом пойдем в испанский территорий брать. Тен-тен-тен, я у нас на дистанции. Так. Тут никаких проблем пока не вижу. Форс надо снять. Здесь форса нет. 28 осаждают. Так. 21 деле. Тут мы побеждаем потихонечку. С испанцами 20 счета. С форса людей снимаем. Отводим назад. Сюда еще команда. А, нельзя пока. Ну давай. Высыпную пока их бросим. С Неаполем закончилось перемирие. Какая-то хрень под контролем. А, это та самая, которая нам нужна была. Так, ну занимаем всякие тыфигальты. Прочую хрень. Тут сейчас насаждаем. Разберемся совсем. Так, с американцами повоевать хотим. Опа! Колумбия. Независимость получила. Союз Мексика, Перу и Куба. Так, Куба тоже независимая, нет? Или да? Это Бретань. Бретань? Куба это Бретань? Реально? А, принадлежит держава Бретань, да? Да. Вот Куба. Куба это герцогство. И у нас на Кубу есть претензия, господа, товарищи. Так, а почему бы не напасть тогда сначала на Кубу? Как думаете?
островки всякие надо будет наотжимать, все дела. Так, а на Колумбию можно напасть? Колумбию нельзя напасть. На Перу можно напасть? И на Перу нельзя напасть. Понятно. Ну, давайте нападем тогда на Кубу. Пока есть у нас претензия какая-то. А, у них союзники. Колумбия, Мексика, Перу. Блин, я что-то упоролся. Посмотрел, что у них еще есть союзники. Так, США. Ты у нас все еще с Ганзой дружишь, да? Давайте на США-то. Выбираем колониализм, конечно же. Сжимаем территории. Ганза вступится. Можно будет у Ганзного держава Дания попросить и отжать Данию потом уже самостоятельно. Или у Ганзы что-нибудь... А, подожди, у Ганзы есть союзники, кроме США? Ой, Великобритания, это неудобный противник на данном этапе. Тогда просто нападаем. Колониализм, конечно же. Эти горе-колонисты, я надеюсь, нам помогут. Но у США крепости отсутствуют, так что особенных трудностей тут не должно возникнуть. Так, 5 косариков сюда пока перебросим. Лыхно под контролем речи. Так, ну, гигантских таких прям ратей я не вижу. Это уже хорошо. Тын-ты-ды-дын. Так. Они все еще осаждают. Слупаки. А тут у нас еще форсы стоят. Надо убрать их. Так. Все, да? Отлично. Ой! А, это корабли. Я тут что-то не то подумал. А, кстати, слушайте, а Ганза-то не промах. Посмотри. А, у Ганзы 7 тысяч, 1 тысяча. А, не, нормально, Ганза. Можно, то есть, сразу попереть. Единственная проблема, это то, что они тоже любят крепости понастроить. Гигантские. Ну и нормально, сейчас пойдем отожмем что-нибудь, может, у Ганза. Так. Вот, смотрите, 100% счет набиваем с Ганзой, забираем и отжимаем Данию. Да. А потом мы с ней, типа, берем на подашку, устраиваем. Мандар под контролем. Так, генерал. Ну, слушай, генерал больше, наверное, здесь понадобится, на Ганзе, потому что если так посудить, в Испании генералы есть у Саксонии, у Кёльна, у Утрехта, у Франции. То есть мы в любой момент можем пойти к ним на помощь, и к нам могут пойти практически в любой момент. Кто-нибудь из них да поможет. Так что тут нет особого повода расстраиваться. Что генерала у нас не хватает. Так, тут сейчас все досаждать должны, и мы выдвинемся в Африку. Дальнейшем. Ой! Дель, ты что тут забыл? Они, наверное, отступали сюда. Марти и Вагон, там последняя территория осталась, да? Осаждается. Тут уж 35 счет. Тут счет сейчас набьется хорошенький. Прям такой чудесненький. Так. Ну а что, давайте. Да, Биде под контролем. Будем отталкиваться от того, что здесь нет никого. Но доверяй, но проверяй. То есть сейчас вот этих не будем соединять, просто они добегут сюда. А там посмотрим, как дела будут. Выиграли Дели. У нас есть возможность Бахманям жопу набить. 20-го марта пойдут, так мы пробуем 21-го. Нет, это нет. Давай вот так.
так, нет, давай вот этих сюда. Без Каю выиграли. Не, они дальше попадут все-таки. Окей. Так. Без Кая это у нас вот тут. В Галисию или в Старую Кастилию? Куда нас пропустят? В Галисию пропустят. Да и в Старую Кастилию пропустят. Тогда давай разобьем войска. Кто-то идет в Старую Кастилию, кто-то в Галисию. Кто-то идет на подстраховку. Старая Кастилия 4000, Галисия 4000. Нормальные гарнизоны. Не то, что у некоторых ливонов там всяких. Санту Амару выиграли. Так, ну все, идем в США, значит. Сейчас только тут отожмем быстренько. Слушайте, они до сих пор тут колонят бесконечно. Бесконечно типа колонится, да? Рио-де-Жанейро и прочая ересь. Всякая разная. Вот это здорово, конечно. Так, тут у нас 892 поселенца уже. Так, ну... Там зарешает французская эта колония. А здесь мы, как только осады, выиграем. В принципе, генерала можно было бы и в Испанию бросить. Но да ладно. Так, тут в Арагоне у нас их будут сидеть, ребята, на подстраховке. Так, 24 тысячи и 2 тысячи. Неприятелей. Вся жизнь за Кантабри выиграет. 49 тысяч в Кассирисе. Аппатские и Квасковские у нас есть генералы. Ну-ка, давайте посмотрим. А, нам нужен вот этот. Кашевский. Дели-то мы взяли. Сейчас вот, вот этих мы поколбасим личностей интересных. Давай иди сюда. С Бахманем еще разберемся. Тут 28, тут 42 по минусам. Галя уже средняя, пожалуй. А, она на Биомир согласна. Смотрите. Давайте, наверное, не будем убивать наших рекордов. Бенгали мы еще напасть успеем. Или же 13 по счету вот эта дичь. А, ну давайте вот это вот возьмем только. Вот эту парницу. И все, больше ничего не будем их брать. Для этого надо будет отжать одну или две крепости у них. Так. Все, эти ребята идут осаждать Испанию. Здесь у них разбитые войска, то есть 34 и 49. Надо смотреть внимательно. Гаур под контролем Дели. Сен-Жуан Дели Грей. Так как там зовут-то этого? Я забыл. Не Гаур-то. Не вот этот там. Там еще какая-то территория должна быть. Юрцбург по прохода войск. Сейчас посмотрим. Блин, что-то миллион лет осаждают вот эту херню. Мне это не нравится. А вон 0,5 тысяч давай отведем их. Сантомару. Верхний дуб какой-то взяли. Вот ублюдки Штирию погрызли. Австрияки эти сраные. Собственно, Штирию отжали. Почему нельзя потребовать незаконную территорию? Вы пророли, что ли? Ай, ну ладно. Так. Вот у нас тут. Гашевский. Генерал. Его сюда отправляем. А вот эти подстраховывают французов. В случае чего. Ох, ну, под контролем Даку выиграли. Тут сейчас победим. Ну, а если не победим, сейчас ребята помогут. Все крепости у Дели взяты. То есть нам, получается, надо только вот эти провинции начать отжимать. Тихоньку и нормально все.
будет. Бахмания, вот это вот право у них, осадится, получим путь к столице. В столице 5000. Сжимаем и конец. ТНТДД. Тлемсен взяли наконец-то. Господи, боже мой. Так, пополам сюда, сюда. Фигальт. Сюда. Так, господа, вы куда намылились? В Тыруэль? Так, этих вот сюда тогда спрячем. Быстренько. Центральное междуречие выиграли, выиграли еще что-то. Минус 21, минус 42. Ингалия. Ну-ка еще раз. Скажи-ка ты. Ну да, 10 где-то. 12 очков не хватает. О, а мы в столицу можем пройти вот, вот этими. У Бахмань надо что-то одно взять, попытаться тут. Тут еще, кстати, Гоа. Провинция, мы ее заберем у этих. Как они называются-то? У португальцев. Так. Вы куда, господа? В Арагон? Флаг вам в руки. Они осаждают Арагон. Так вот эти куда? В Кастилию. Давайте, я жду замочка. В таком случае. Так, контролем. Тут вообще штурмануть можно. 49%. Но просто Франция. Тогда все войска садятся. Мы с Богемией, с Брабантом подошли к концу. А, это португальская, испанская армия, оказывается, была. Даже если 6 тысяч подойдут, вот эти арагонские, они ничего не сделают толком. Слишком много у нас войск тут на этом участке. Джунгладеш взяли. Так. Вот эти. Вот этих ребят вообще надо напополам сделать. 44 косаря тут. Тут у нас. Тут у нас можно пойти вот эту крепость взять, наверное. Получится, нет, не знаю. Честно говоря. Так. Ингаль, там добавилось что-нибудь с тобой, нет? 40-48. Ну да, одна крепость буквально отделяет нас от победы. То есть вот эту или вот эту мы забираем. И конец тут всему. Мракобесию. Мин у нас, кстати, не вестернизировался, надеюсь. Нет. Нормально. Тогда с ним. Так, эти пошли. Там фигню есть отдать какой-то. Тин-ту-ды-дын. Так, все, старая Кастилия осаждается. Вот эти сейчас хотят, наверное, в Галисию сходить. Тин-ту-ды-дын пошел. Максимально улучшенный с французом. Так, вот, смотри, короче, как сделал. Негальский отряд. 28 тысяч, я помню, осаждали. 15. 28. Вот гусар отправим туда. Валенсию выиграли, Мелилью выиграли. Так. Мелилью выиграли, это. Вот у нас вот здесь. Потому что. Так. В столице 5000 человек охраняет. Надо глядеть в оба тут. Вот Хиана какая-то захвачена. Так. Что нам тут осталось? Куран, Титири, Тугот. Ну и всякие вот эти поблизости, которые. Так, тут никого я не вижу. Так что можно, наверное, часть в Золотой берег отправить, часть в Демирию, часть в Кабакорса. Мали тут, видимо, крепости отжал, которые тут рядом были раньше. Так что у нас все просто великолепно тут. Так. Ну, теперь идем в Пендостан.
отжимать у него территории. Эпизод, чувствую, будет большой. Потому что мы воюем очень много. Я не хочу пропускать все войны эти. Потому что они... Все-таки каждая эта война вносит какой-то определенный свой вклад. То, что мы тут достаточно неплохо сражаемся и продвигаемся к нашей цели. Так, все эти рекруты умирают, потому что слишком много войн, слишком много осад. Осад по 7500, к тому же. Так. Вот. Тут еще какие-то упыри ходят. А, мы осаду, кстати, у Бахмань-то взяли. То есть можно посмотреть, по идее. Бенгалия, Бахмань. Бенгалия, значит, во-первых. Все-таки еще немножечко сомневается. Дели. Так, Бахмань. Бахмань даже Беляк пока не устраивает, поэтому... Поэтому надо бы тут что-то решать. Дицимо, эти тоже дицимо. Мы вроде должны нагнать их. А если нет, куда они там? 27 июля. Калиханг, да. Ой. Упора-то как. Не, мы успели. Бахманим жопу надерем сейчас. Торговля кофе. Зареху за Бангал. Так. Вайда под контролем речи. Так, тут. Тут еще пока никто ничего не осадил. 0% старой Кастилья. Тут надо поделить войска. Можно вот генеральский отряд сюда перебросить. В Толедо. Дын-ты-дын. Так, Фраха молодцы. Ну, вообще надо, чтобы Фраха пошла в Гранаду. Давай, попробуй. Дакка под контролем Бенгали. Ну, это там фигня, в принципе. Вот этих ребят надо на страховочку бросить. Так, вот эти нормально находятся. Ей, мы взяли бенгальскую осаду какую-то. Все, Бенгалия, до свидания. Ты мне отдаешь, значит, вот эту территорию и... Нет больше ничего дешевого. Сундабан. Мы не сможем его национализировать. Вот в чем загвоздка. А, вот, смотри, мы Дамин можем взять. Вот Дамин возьмем, да? Или можно Тарипуру взять, или... Так, подожди. Не, ну давай, наверное, Дамин возьмем. Вот. Ну и копеечку платить никто не хочет, ладно. Бенгалия, до свидания. Две территории отжали у них. Национализации бабахаем. Так, Бахмане. Бахмань все еще ничего не интересует. Ни белый мир, ни зеленый. Никакой. Так, есть у них какие-нибудь крепости? Маленькие. Вот, есть у них крепость маленькая. Давайте-ка. Эй! Какого черта? А, вот тут тоже 2000. Ну, отлично. Сейчас мы тут подловим делийцев сюда. Так, здесь у нас истощения лютые идут, надо домой войска отвезти. Вот, пусть пока восстанавливаются здесь, потом мы их к Мину перебросим. И да, Мин так и не успел реабилитироваться.
Ах, да, грусть на Веге. Так, я помню, там с Ганзом какие-то напряги были. 63 минуты, 49. Так, ну-ка, давай вот эти войска. Какой там генерал у нас есть? Вот этот, как его зовут, Томас. Томаса назначаем. Блин. Так. И топаем. Так. Вот эту 30-ку получается в Ганзу. Сюда. Быстренько. А нет, быстро. Вот именно, быстренько. Это значит, что надо на форс его. Вот а вот эти так медленно пойдут. А вот эти вот сюда подойдут. Финны вроде не бастуют. Так что, в принципе, ничего тут ужасного не будет. Все, потихонечку мы выигрываем. Галисию взяли, можно идти в Португалию, по идее. Так, тут, там еще генералы были, я это знаю. Костюшко. Он у нас здесь же, да? Где-то должен быть. Так, нет командующего, нет. Нет. Нет, тут без командующих. Интересно, а где тогда? Так, тут у нас Дунин. А, он в Америке, может. Сейчас. Нет. Так, подожди, через военное дело его уж найти нужно. Костюшку, да? А, вот он. Здесь у нас. Здесь он еще пригодится может. Потому что бахмани, они что-то охеревшие, не хотят даже на белый мир идти. Ладно, подождем пока. Так, ну вот этот отряд на Лиссабон бросим и вот этот в подмогу, потому что 7000 гарнизон. Все дела. Ребята будут, конечно, у нас истощаться. Ну что поделать? Ой! Сейчас солью всю армию. Потому что кто-то уже половину пути прошел. Нет! Господи боже, как так получилось? Давайте быстренько, быстренько. Франция на форсе, насколько вижу. Ну, слава богу, мы хоть... Так, давай тогда Франция возьмет вот эту хрень. Да, отлично все идет. Так, только вы, господа, сюда пока подойдите, постойте. Если вы что-то сменим курс, Исневера, Берген, эти ребята вступают в Арагон. Выиграли осаду Старой Кастилии, пойдем в Толедо. Что-то там жестко как-то дела у нас идут. Да, тут у нас все нормально. Можно уже идти. Наша задача сейчас просто Португалию вольнуть, взять у нее крепость и договориться. Испанцы, думаю, после этого отвалятся тоже. Довольно быстро. А, вот он! Дунин. Чувак по имени Дунин. Ну-ка, давайте глянем, что мы у Дели взять сможем. Для нашего друга Харизма. Вот так вот надо будет, чтобы Гуджарат дохавать можно было. Бангладеш, вот это вот всю дичь точно. Здесь можно. Так, надо вот сюда еще углубиться. Так. Крепостишку взять, потому что меня напрягают они вон. Прямо рядом с Дели остановимся. Есть что-нибудь еще дешевое? А, вот, Маон. Вот это вот все от Дели отвалится. Ну и все, дальше изи-бризи будет. Так вот, неплохо. Да, ну пока мы не можем вести войну по многим фронтам, потому что противник имеет практически везде большие крепости. И это напрягает. Так, ну вот эти две мы сейчас возьмем быстро. Да, да. Там по 2000 человек всего. Так, давай.
сколько? 48 тысяч. Нигальский отряд 14. Давай вот так. Здесь пополам пойдем занимать тут территории. Кангару взяли, поиграли с Коне. Ну, у Коне там 2500, насколько помню. То есть нормально. Тут уже 14% с Гамбургом. Ганзу надо всю на лопатки положить, не забываем про это. Товар-красители. Финские сепаратисты в Ниланде. Ну вот, как раз у нас тут ребята пройдут. Каимба под контролем, Эгирт под контролем Дели. Минус процентов, а тут 42%. Так, взяли проучку какую-то. Бахмания. Средние все еще пожелаем воевать. Белячок уже согласный, да? Только Ваня, это что такое? А, понятно. Ну просто не факт, что мы сможем тут национализировать. Вот здесь, если быть что-нибудь. 13, 31, 13. Хотя, может, и сможем. Так, это сколько нам? Ну, чуть-чуть буквально надо, чтобы этот Ваню взять, да? Давай вот, вот эту крепость возьмем, она маленькая, 2000. Или вот это возьмется. Все, потом зарешаем. А тут у нас еще плюс 052 счета. Джерба под контролем, Кумаон под контролем. Вот сюда еще можно пройти. А дальше Патролибус не пройдет. Тупо. Ладно. Так. Тут тоже, кстати, делимся. Захватываем вот эти территории все. Сколько я помню, еще мы вот эти хотели отжать. Так что надо тоже сюда пойти. За Нилан сражение выиграли. Ой-ой! Я не уследил. Подожди. Единить. Форс. Может, успеют? Нет, проиграли. Пара под контролем речи. Ну куда хоть? Ой, Финляндин, это еще не фатально. Блин, эти суки, они уже все же должны. Мы сейчас проиграем. А, выиграли. Слава тебе, Господи. Так, все. Сфоны. Тут кто-то нам помогает. А, Утрехт. Помогает отжимать тут территории. Толедо-то мы взяли. Слушайте, господа, товарищи. Все, наш путь теперь через Гранаду лежит. Фрашка тут забирает Лиссабон и конец всему тут. Мракобесию. Так, пиндосики, мои любимые. Кувычках. Столичку у них взяли. Угу. Так, надо, чтобы новая Фландрия тут все отжала. Потому что иначе нам придется самим там метрополии свои получать. Это. А это, в принципе, и не нужно уже. Вот. Насколько я помню, даже если мы унята заанексим, это все к нам перейдет. Потому что было такое дело. В какой партии, я не помню, честно говоря. Когда Тунис заанексировал Испанию, и Тунису перешли какие-то колонии здесь. Вот. Но на личном опыте я, конечно, еще не встречался с таким. Только вот через ботов узнавал такие шокирующие известия. Куэнг под контролем Испании-то. Это у нас где? Я вообще не помню. Так, тут пополам сделаем, пойдем Тубакт, сюда, сюда. Здесь мы тут набрали уже кучу территорий, давай берег слоновой кости и еще там зерновой забираем. Вот столичку португезов возьмите. Ну, перевернем тут все с ног на голову. Слушай, Дели нам тут жопу набьет, походу.
Как они сюда прошли, я даже не понимаю. Так, еще 900, ну все, сейчас там быстро возьмем. И закончим на этом. Ой, кто-нибудь миссионеров. Еее, мы Гамбург взяли. Шикардос. Так, Гальштейн, ты меня ж пропустишь. Это ж дядька император. Кто ты такой, чтобы меня не пускать? Так, сюда надо какого-нибудь генерала перебросить. Так, а почему тут... А, там, наверное, флот у них стоит. Ну ладно. Пусть. Сейчас, кстати, по поводу флота. У меня что-то тоже есть. Надо его сюда отправить. Нет, делиться мы проиграли все-таки. Дели пошел в Бункиланд. Ну и молодцы, что. Тут сейчас победим. Так. Ну и здесь надо пробиваться. Да, добрать территории. Жизнь за Куинку. Жизнь за Ломанчу. Так. 17. Тут минус 49 все еще. Это все окей уже. Сколько там еще колоний будет? Сколько поселенцев? Да я понял, сколько? 916. Понятно. А, у меня, кстати, дядька купец есть. Надо его куда-то перекинуть. Торговля. Ну-ка, сколько там у нас? Меркантилизм 23%. Хорошенький такой. Так. Фига себе, у нас походу все эти есть. Константинополь, Маншлюбик, Балтийское море, Юмен. Так. Есть что-нибудь еще такое? Вот в Краков давай. ИГК. Закрываем. Все. Игорь Игорюк. Так. Что там у нас далее? Вот их надо же сюда перебросить. Мадрид. Под кон... Чего? Мадрид под контролем Испании? А, он без крепости. Ясно. А то я тут испугался уж. Джинджи взяли. Так, ну все, Бахмания, до свидания. Так, вы где там? Принцевание. А, мы даже еще что-то можем, по идее, взять у них. Да, вот этот Чиу можно взять, да? Или даже вот так, северная вот эта хрень. Так вот это не брать? Эй, вот это не брать, я говорю. Южный Княн и... А нет, это дорого слишком, да? То есть вот так и в Иване, да? Нет. Слушай, подожди, а как тогда? А, вот, Ваня и Чу. Ну вот, нормально. Да? Я сейчас еще разочек. Вот это нельзя. Ну окей. Вот так вот сделаем пока. Возьмем несколько территорий. Это чисто для нас будут. Территории Бахмани и прочего. Всего. Хорезм будет разъедаться вот сюда. Вдоль. Дела. Так, национализировать здесь можно. 9 админки здесь тоже можно. Шикарно. Да, и претензия на Мадурай. Давайте сразу ее сделаем. Миноров индийских уж точно избить можно. Так. Осталось нам с вами только Мандарманду. Так. Здесь давай сделаем пополам войска. Часть будут в будет в Чиуле, а часть будет в Ване. Хотя подожди, стой. А, эту провинцию не обязательно захватывать. Это не крепость. Так, ну все, хорошо тогда. Сколько там мы там с Дели? Договаривались, надо посмотреть. Берег Слоновой Кости, Куэнка, Зуара под контролем, все. 1700 год между тем у нас. Мантик, Ихтива. Так, тут
сюда и в Миват еще. Я потому что не помню, честно, сколько мы... Сколько всего, сколько... Как, что? Мурсия, Мадрид под контролем. Минус 21, правда, здесь. Здесь минус 35. Пойдем Толедо бить. Тут пойдем пополам, наверное, вот так. И в Касерис. Все есть под контролем Испании. Манду под контролем. Спалита речи. Пингвисики сдаются. Так. Тут, если что, вот сюда надо людей перебросить. Тут не 77%. Так, минус 21. Ну, сейчас мы закончим уже с Ганзой. 100% нам даст Дания. Не забываем про это. Минус 6 тысяч. Ну, это крепости надо все взять. У Ганзы она растает. Так, ну-ка. А, ну все, в принципе. Вот это все захвачено. Захвачено. Все захвачено. Еще посполитый. Так. Подожди. Значит, это все отдается Хорезму. Подарки для Хорезма. Пачков-то хоть хватит, надеюсь. А то еще ждать придется тут. Так. Сейчас дощелкаем тут. Здесь я не помню, берем или нет. Надо будет потом освежить воспоминания. Точно помню, что мы в упор сдели какую-то. Вот. Проу берем. Так, и вот здесь выделим. И вот эти вот две выделим. Посмотрим, как тут. Посмотрим, что харизма может отойти. Так, да, все, что надо, я выделил. То есть, получается, вот это однозначно отходит. Дело. Вот это по линии точно, помню, отходит. 199 депачков, фига себе. Так, уже 237. Вот это... А, нет, это уже все. А, дорожка, короче, обойдется, да. 2% ничего нет. Ну, ладно, тогда вот так вот. Сделаем. Денежку платите. И до свидания. Так. Отлично. Осталось нам только, знаете, что? Осталось с Бенином проход войск порвать. Туда мы не пойдем уже. Сейчас пройдем тут. И проход войск анонсируем, чтобы больше очков шло. Сражение за залив. Игорь Кассей под контролем речи. Остались только воины с Испании, с США. Тут 0. Тут 21. Все нормально. Так. Ну-ка, сколько там по дипачкам будет? Дипломат сейчас вернется. Надо посмотреть, сколько нам надо скопить на Испанию. Там же сколько-то и бронемира пойдет с ним. Тоже 232. Это мы за сколько скопим-то? 6. Фига себе, фокус дип. Так, надо будет порвать тут проход. Сурья под контролем. Создание Дании почем, кстати, надо еще глянуть. Создание Дании 160. Ну, в принципе, не очень много дипачков нам надо набивать тут. Да. В принципе, останется только ждать тут. Останется только ждать. Вот. Бенин, вы прошли тут, господа, да? Все, финансировать проход. Где тут? Экономика, правда, стоит. А, почему? Потому что у нас солдаты.
фиксы чокнутые такие, конечно, сделали. А Литежо, мы взяли Бремен, так, сейчас все прошли. Ад, мини-проход. Еще на одно очко нам больше прибавляется. Крещение бахаем. Тут сюда, тут сюда. Ноль проц, давай-ка вот этих на подмогу бросим. Бремен, это у нас где? А, вот он. Бремен. Вот этих. Из чего это мы пройти тут не можем? Как-то упорото сделал. Они что, канал построили, что ли? Как-то не верю. Я в это. Не, спокойно проходят. Жень за коинку выиграли, тут 49 уже счет. Выиграли Гранаду. Все, с испанцами почти покончено, тут 28 счет. Так, вот этих семерых сюда, вот этих сюда, господ. Тут разбиваемся сюда-сюда. Так, скосились вот сюда выступаем. Дэдэн продолжается. Вон и взяли Мадрид наш. Тут слишком мало войск, типа провинцию осаждает. А чё мы тут пройти не можем? Давай сюда, 6000. А тут 5. Не, слушай, вот сюда пройду. А вот эти господа пойдут сюда. Видите их так? Это контрабандисты. Не тупи, пожалуйста. А, у нас влияние на папу максимально. Это. Давай, остановите их. И у нас появился святой какой-то. Непонятно. Бергенский. Любек взяли. Генеральский отряд. А вот сюда. Войны на лоб продолжаем. Тиганы. Так, с америкосами надо еще посмотреть, как все будет выглядеть. Это все бесплатное, как хорошо, что это все бесплатное. Так, сам принц. А, это подоборны всякие, нет, нет, нет. Ну, Фландрия, пойди, пожалуйста, вот сюда. Будь добра. Что ты там на севере? А, там пиндос тоже фигнёй мается. Так, 5000 можно, в принципе, скинуть сюда. Тут флота нет американского? Ой, есть. Нет, мы не сможем тут пока ничего сделать. Потому что весь флот я сюда отправил. Ох ты. Посмотрите, как тут все весело. Нас еще и перебить могут. Что-то с Бэндухом какая-то проблема тут. А нет, мы просто потеряли пару кораблей. И победили. Выиграли осаду Лиссабона. Все, португальцы, давайте с вами договариваться. Чего вы мне отдадите? Так, с Португалии 74 счет. То есть, видимо, еще где-то у них есть крепостинка. Давайте посмотрим. А, вот это мы все отдаем. Они мне точно отдают. Вот это все. Дипачков стоит, господи боже. Ну ладно. Так. Есть бесплатный Кабавер, да есть бесплатная Сьерра-Леоне. Бесплатного больше ничего нет. 14. Да? Сможем ли мы национализировать вот это, я не знаю. Поэтому... Так, подожди, а сколько у нас их ширины? 18? Ну, слушай, можно, в принципе, как сделать? А, нет. Так, ну можно, в принципе, вот так вот. Допустим. Шаганза. Подожди. У нас 36 очков, да? А, мы еще Гоа не взяли, точно. Гоа еще. Это 55 будет, 31 по счету.
Там они ничего себе не наколонили, то есть остались только тут территории, да? А не, Мадейра еще есть. Мадейра 68, да? И Азоры получается, да? 108, блин, дорого. Все очень дорого. А, кстати, мы же можем там одну фишу. Фишечку взять. Так, ну потом. Вот репарации обязательно. 52 по счету. Вот это. У нас 53 уже стоит. Но это дорого слишком. Тут же Лиссабон взять будет дорого. Но столько же стоит при этом. В принципе, можно взять Лиссабон себе. 52 по сухоширению. Хорошо. Так, я хочу посмотреть, у нас политика внутренняя есть одна. Добавить. Дипломаты. Подожди. Депрепутация улучшает на 6. А, вот это админка, это у нас депрепутация. Депрепутация нам нужна. То есть придется ждать. Придется тупо ждать. Да, с дипломатией, конечно, маловато у нас очков пока. Все еще изменится, конечно, но в данный момент вот с этим есть напряжение. Достаточно серьезное напряжение. Так, сюда десяточку, сюда вот этих. По сути, останется только перебить их всех и ждать, просто ждать. Ну, что же до Ганзы, там ждать все время придется. А почему мы тут пройти не можем? Эй! Упоротые сукины дети. Чему так? Когда больше людей сюда. Бладах, который его манчаги, вот так косились. Так, все, там от них остались кто? Только вот эти ребята. И конец. Там и дурай появилась претензия. Остается только ждать. Вот. Вот эту крепость брать уже не будем. Все равно не сможем там ничего. Пока отжать себе. Ганза. Так, две крепости остались с Ганзой. Тоже ждем. В общем, ждем набивания дипачков. Конец. Лезвик под контролем. Молоко внутреннего здоровья Ганса взята. Все, ждем. Умер. Штириец, давай-ка. Вот этот гимнастический брак. Так. Как там у нас дела? Ох! 13 человек поддерживает реформу. Отлично. В общем, депрепутация нам реально нужна сейчас. Айс под контролем США, это где? Ну-ка. Понятно. Так. Тут эти все берут. Господа, товарищи, Мексика отвалилась. Слушайте, все отлично. Надо будет сюда побольше войск скинуть, и мы раскормим все эти автономии очень здорово. Испанцы куда идут? В Кадис, молодцы. Они не вылезут уже оттуда. Все, смерть их ожидает. Самое страшное. Так. Клеве незаконно аннексировал княжество. Какое княжество они там незаконно? Фига себе, лидер Луни Барбан Фландрия. Так, требует незаконной территории. Тогда у нас с Клеве испортятся отношения. А Клеве, по-моему, поддерживает нашу реформу, да? Нет, но тогда будет еще больше не поддерживать. Лучше пока подождать. Так. Ох! Вот это отлично. Число рекордов увеличилось. Нам остается просто сидеть ждать. Сейчас досаждаем. Вот эти две провинции и заканчиваем. Просто останется. Так, Барселона под контролем Испании, да. Надо исправить это недоразумение. Вот эти в Пиренеи идут, да? Да, вот эти идут
учиться в Барселоне. Так, что, осаду выиграли какую-то? Да, отлично. Так. Как только с этими помиримся, можно, кстати, и к пиндосам поплыть. Закончить все наши дела там. Мьютланд взяли. Вот, пойдем Ганзу бить. И потом можно будет грузиться на корабли и заканчивать с этим всем. Надо только посмотреть, куда Ганза сдриснет. Блекингу с ней верить, что-то там под контролем речи. Так. Сколько там с Ганзой очков-то надо, чтобы Мьютланд получить 160? Так, 140-147. Ну да, сейчас вот эти территории отжимаются и кранты. Инланд контроль. Так, кораблики там сейчас вынесутся. Победа, победа. Нам надо подождать пару месяцев и конец. Так они, скорее всего, в Мьютланд отправятся. Мы разгромили ганзейскую армию, не претендуем по инстанции. Решили сделать с мином. На мин надо претензию сделать. Так, ну давай снова на Анцин. Все. 5129. А, забираем здесь 1027 вот эти. В Зеландии, которые сидят. Грузимся на корабли и плывем. А, подожди, никуда не плывем, надо подождать немного. А, все, что тут ждать, они все отжали. Не надо никуда плыть. Так, ну вот этим тогда, вот этих тогда можно вот сюда перевести, вспомнить. Тын-ты-ды-дын, случился, отлично, все на Ютландии. Замочили всех, как это здорово. Ну, в общем, вот так вот получилось, дамы и господа. Все-таки решил я не передавать французикам и марокканцам те земли, которые не их исконные. Да, у нас около 120 совершения. Пропуск случился, во-первых, потому что эпизод, ну, очень гигантский получился. Во-вторых, ну, там ничего особенно интересного не было. Мы тупо ждали, пока набьются депачки. Вот. Да, ладно, закончим на этом пока. С вами был Дмитро, подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, всем продолжаем прохождение, помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!